Я тут задумалась, что лучше? Кератиновое выпрямление волос, там неимоверный блеск и все такое. Или выпрямлять волосы ежедневно, каждый день, да? Ну, утюжком для волос. Лучше каждый день выпрямлять волосы. Потому что кератиновое выпрямление, оно вредит волосам. В волос не попадает питательных веществ, потому что кератин закупоривает волос. И в итоге волос обламывается, становится ломким. Вы рискуете остаться без волос. Без тех волос, которые у вас есть, только новые, которые вырастут. Поэтому не делайте ошибок. Я тоже хотела сделать кератиновое выпрямление волос. Во-первых, это не дешево, но это фигня. А во-вторых, это вредно для волос. Подумайте. Посмотрите информацию об этом, раз много. И потом примите для себя правильное решение.